гостевой дневник – свидетель напряженной концертной деятельности Святослава Рихтера. «Рихтер – это эпоха в пианизме», отмечала итальянская газета «Мессаджеро». «Феноменальный артист! Он стоит 100 послов и 25 дивизий», писала о гастролях Рихтера в Соединенных Штатах Америки «Нью-Йорк Геральд Трибюн». «Слушать его – огромное удовольствие. Рихтер – поэт фортепиано», – вспоминала Маргарита Лонг. Один из немногих советских артистов Святослав Рихтер получил высшую награду нашей страны – Ленинскую премию. Леонид Ильич Брежнев вручает в Кремле награду пианисту. Рахманинов. Этюд картина «Фа диез минор». Улица Неждановой в Москве. Здесь живет Рихтер. Войдем в этот дом. Thank you.
Рихтер любит отдыхать с друзьями в Тарусе на берегу Оки. Здесь, по его проекту, строится загородный дом, чем-то напоминающий деревянную архитектуру Древней Руси. Московская консерватория. Здесь начал свой путь великий пианист. В этом классе профессора Генриха Нейгауза впервые сел за рояль 22-летний Рихтер, приехавший из Одессы. Рихтера я считаю учеником нашей страны, нашего народа, и только в последнюю очередь своим, говорил учитель о своем ученике. Концерт для фортепиано с оркестром. Соль минор. Сочинение 33.
среди гостей Рихтера художница Анна Трояновская, с которой пианиста связывает давняя дружба. Я познакомилась со Славой зимой 44-го года. В то время Славе было фактически негде играть. И поэтому я предложила ему играть, если ему нужно, в моей комнате. Мы в студии художницы, где неоднократно бывал молодой Рихтер. У этого рояля Слава и присел в 44-м году. Война еще не была кончена. Иногда у нас была картошка. Тогда здесь же я ее и варила на печурке. Иногда исчезало электричество. И тогда эта же печурка служила освещением и для меня, и для пианиста. В своей работе в этой комнате Слава казался мне попросту неутомимым. Портрет, который я со Славой писала, в том, как я приступила к этим очень быстро двигающимся Славиным рукам, я уже кое-что из парижского тренажа применяла. Теперь, однажды Слава, который привык уже ежедневно у меня появляться, пришел с перевязанной левой рукой. Он сразу начал скучать. И я вспомнила, что по его словам, в детстве, примерно до 8-9 лет, он много рисовал, настолько хорошо, что даже на некоторое время являлось вопросом, к чему, собственно, он более способен, к музыке или к рисованию. Поэтому я смело подсунула Славе пастель и несколько бумажек. С натуры он почти никогда ничего не рисовал. Вот почти единственная вещь, которую он в моей комнате сделал с натуры. Вот. Как вы это подержали? Что касается какой-то странной, как будто подготовленности Святослава в отношении рисования, то следует сказать, что у него были какие-то как будто выработанные приемы о пространстве, об удалении, о перспективе, а чувство тона и цвета было просто исключительно. Но самое удивительное в нем – это инстинкт движения. Это, вероятно, как раз музыканту и должно быть свойственно. Вот эта вещь, между прочим, моя любимая – это Святослав сделал, вернувшись с одной поездки по России. Из вагона он наблюдал эту зиму, эти две метлы. Рисовал он исключительно по впечатлению и по памяти. Память его феноменальна. Я бы сказала, что также и по воображению. Совершенно ясно, что без его невероятного воображения он не мог бы так представлять себе мысль, самую мысль композитора, вещь которого он работал. Нет, когда ты занимаешься, это определенное искусство. Я тут день помешал. А я на тебя вообще не смотрю. Я буду с ним то же самое играть. Еще раз, еще раз. Шуберт. Соната си мажор. Сочинение 147. Thank you.
Шопен. Блестящие вариации. Опус 12. Соната си минор. Так по 5-6 часов ежедневно Рихтер проводит за роялем. Thank you.
Приезжая на гастроли в Ленинград, Рихтер неизменно возвращается к любимым полотнам, хранящимся в Эрмитаже. Thank you.
нередко успех концерта зависит от тех впечатлений, которые получает Рихтер во время поездок. В нашей беседе помогают жена пианиста, певица Нина Дорлиак и музыковед Яков Мильштейн. Очень. Я давно хотел посмотреть эту рукопись. Ох, это и есть рукопись, да, 9-й сонаты. Вот тут очень хорошая фотография. Сергей Сергеевич молодость, мне очень нравится. Да, чудная фотография. Какая строгая. А вам не приходилось ему играть эту сонату? Нет, нет. Нет, он, когда я приехал, ну, еще он была не готова. Соната, это был его какой-то день рождения, не помню, сколько ему было лет. Он тогда только наброски мне показал, сказал, что, ну, вы только не разочаровываетесь, эта соната совсем не бравурная, совсем не на эффект, и не для быстрых пассажей и так далее. А потом я играл в Союзе композиторов. Как раз было его, по-моему, 60-летие, и он слушал по радио, да, потому что он был болен. Да. Свою последнюю 9-ю сонату Сергей Прокофьев посвятил Рихтеру. Я с ним встречался, так, если уж по-настоящему взять, раз в 7. Конечно, я его видел много раз и здоровался, но так из-за музыки это раз 7-8, не больше. И играли вы ему? Я играл ему 7-ю сонату, да, когда он ее написал. Вы как-то говорили, что 5-й концерт играли. 5-й концерт игрался, он дирижировал это, да. Но это еще было даже до войны. Это после того, как я сыграл 6-ю сонату, это он тогда просто меня первый раз слышал. И когда после концерта он сказал, не сыграл бы я 5-й концерт. Потому что почему-то он считал, что этот концерт не имеет успеха всегда. Может быть, я сыграю, и это понравится. Ну, конечно, так, шутил.
И потом, через 2 месяца, я ему играл в зале Чайковского. Я помню. Но это было довольно знаменательное выступление. Огромный репертуар, быть может, репертуар по масштабу... Ну, лучше не меньше, кого-то. Лучше меньше, но лучше, чем много и плохо, да? Нет, я хочу сказать вот что. Во всё ли... Я верю. Вы? Да, верю. Конечно, верю. Иначе бы я это к чёрту послал. Вот это очень важно. Ну, иначе что, какой же смысл? В какой-то степени вы человек всеядный. Ну нет, плохую музыку я, конечно, все-таки не буду играть, если она мне не нравится. Мне только хочется то исполнять, что действительно мне очень хочется. Как это сказать, хочется, что очень хочется. Но вам многое хочется. Ну да, потому что очень многое интересно. Да, я довольно жадный, конечно. И действительно много интересно. Да, конечно, много интересно. В том-то и дело. Я не люблю вот эти вот... Вот одни говорят, это течение, вот только вот это хорошо, а то плохо, а в каждом течении есть свое хорошее. Да, правда? Конечно. Ну, не все, конечно, но что-то хорошее. Но дело не в течении, конечно. Течение это не так важно, а важнее, есть ли в этом течении, каком-то музыкальном или литературном, или в живописи, действительно... участвует большой талант или гений, тогда это течение оправдано. А если нет, все остальное не так уж важно. Thank you.
последнее время очень много играют в старину и очень много современности. Середина, я имею в виду романтики, да. Это гораздо меньше. Вот каково ваше объяснение этого? Вы не замечали это? Вот в других странах... Немножко объелись романтики, слишком много играли. Может быть, не всегда хорошо играли. И потом, надо сказать, что романтика – это не так легко, как раз играем мы. Это надо очень себя отдавать, чисто человеческий, темперамент и все. Современную можно более интеллектом играть, старинную тоже. А тут надо играть всем существом, сердцем, физически. Многие, может быть, считают это, что это вроде не надо. Но я иногда думаю, что, может быть, это не потому не надо, потому что многим это трудно. И молодежь как-то считает, ну тогда это и не надо, если это трудно. Однако публика все равно обожает это. Конечно. Остается. А публика все-таки очень правильный судья. Может быть, самый правильный? Да, в каком смысле, да. Притом широкая публика. Очень. Всегда права. Thank you.
кстати, в этом году у меня было 113. 113? Сколько лет? А в прошлом 125. 113. 113. В следующем году будет 150. Как 150? Нет, это я шучу. А может, только 50. Ну, каждый год у вас ведь протекает под знаком какого-то автора. Нет, обычно. В прошлом году вы очень много играли Моцарта. Нет, сейчас я не знаю. Хочется опять новую музыку играть, потому что она... Да, между прочим, да. Я вообще консерватор, я мало новой музыки. Вообще правда. Нет, всегда, действительно, есть какая-то доминанта. Каждый год что-то есть. Да, ну, да. Моцарт. Бывает так, что Бетховен, бывает так, были что Моцарт. Баховские года. Бывает, да, да, и баховские были года. Ну, вот видите. Наиболее яркие ваши... Последнее время. Ну, вообще, одно из самых ярких впечатлений – это вот фестиваль Бриттена в Альдборо или в Альдебурге, он называется, можно так и так называть. И, конечно, его творчество. Вот его последняя, уже теперь не последняя, а предпоследняя опера – это «Мистерия Корлю Ривер» называется. Это совершенно изумительно. Колоссальное мне впечатление произвело. Кстати, Яначек, которого у нас не так хорошо знает, тоже очень на меня сильное. Последние 10 лет вот его, это глагольская месса. Колоссальное мне впечатление произвело. Я слышал просто пластинку и потом слышал один раз в Праге. Это абсолютно гениальное сочинение, по-моему. Вот. Ну, что еще? Ну, как спектакль, как исполнение, я никогда, конечно, не забуду Керубини Медея в театре Ла Скала с Марией Каллас в этой роли. Это был чрезвычайно удачный ее вечер. Да, могу себе это, представить. Да. Это не только счет, как певица, но и как артистка, я не знаю, это какая-то громадная артистка вообще. Просто даже драматического такого плана. Все вместе. Притом она держит как-то публику все время. Ну да, потом в Зальцбурге очень много я видел интересного под управлением Караяна, «Трубадур». Опера, которую я не очень люблю, но в тот вечер это было выше всех похвал. И в отношении всего, и постановки, и певцов, и конечно, главным образом, Караян, который сам ее и поставил. Да, он в последнее время вот. И сам режиссер, ну, сейчас и дирижер. Я под впечатлением просто с этого сочинения. Последний мой концерт я играл тут, концерт Шопена. И потом исполнял 7-я симфония Малера. Кстати, может быть, моя нелюбимая симфония Малера. Но, конечно, все-таки эти последние дни я все время с этой музыкой у меня как-то делаю. И это большая заслуга Светланова, он ее прекрасно все-таки продирижировал. Вот, мне очень трудно вообще разговаривать, я не умею говорить, это, у меня нет дара к этому. Но я вообще считаю, что о музыке вообще очень трудно говорить, и может быть и не надо. Потому что музыка для того, чтобы слушать или играть. И это гораздо выразительнее, чем все разговоры о ней.